Сегодня утром в центре Екатеринбурга в подземке на станции метро «Геологическая» в подземном переходе на выходе к дендропарку случился крупный коммунальный поток. Под ногами горожан, спешивших на работу, хлюпала вода и трещал лед. Воды было по щиколотки, утверждали очевидцы. В довершении всех бед около 10 утра остановился эскалатор, и пассажиры метропоездов были вынуждены гурьбой подниматься вверх по неподвижным ступеням. Представители метрополитена в комментариях уточнили, что отключение эскалатора с наводнением в подземке никак не связано. Утренний потоп в подземном переходе был связан с ночным прорывом трубопровода глубокого залегания с холодной водой в районе дома на 8 марта 46, или, проще говоря, ТРЦ «Гринвич». Место водопроводного порыва найдено. Поврежденную трубу отключили, но вода успела просочиться в дренажную систему метрополитена. Сейчас на месте порыва работают бригады водоканала, сообщила в комментариях СМИ пресс-служба мэрии. Ближе к полудню последствия утреннего потопа были ликвидированы. Метрополитен работает в штатном режиме.